Группа «Старый пляж» является довольно молодым коллективом, свой первый концерт они дали год назад. За это время они неоднократно выступали на городских мероприятиях различного масштаба. Предложение выступить на опен-эйре они приняли не раздумывая. По словам музыкантов, особенно приятно, что разогревая толпу доверили именно им. Группа «Старый пляж» выступала первой. Для нас это наше творчество, наша жизнь. Нам нравится петь, выступать, свои песни. Сегодня здесь очень хорошая атмосфера, и нам нравится, так сказать, открывать летний сезон. Благодаря тому, что мы были первыми, можно сказать, что мы в этом марафоне прорвались вперед. Все, в концерте приняло участие три группы из нашего города, а вот запланированный визит карагандинских рокеров пришлось перенести. Но, по словам организаторов, ничего страшного в этом нет. За лето подобные фестивали пройдут еще не раз, поэтому шанс выступить предоставится многим. Это первый фестиваль, то есть это только открытие, это маленький такой старт. То есть дальше будет намного круче, веселее. И сейчас здесь будут проводиться мероприятия очень часто. Посвящены они лету, погоде. Стоит отметить, что первый в этом году фестиваль рок-музыки вызвал большой интерес у любителей этого музыкального направления. Фанаты уверены, хорошего рока много не бывает, поэтому аудитория подобным концертам обеспечена.